ковидом болели? Нет. Прививки от гриппа раньше делали, от пневмокока гриппа нет. Эти вопросы Зухра Кмузова задает каждому пришедшему на вакцинацию человеку. Анкетирование хоть и короткое, но позволяет медику узнать о скрытых заболеваниях и противопоказаниях пациента. У Шамиля Узденова препятствий для прививки нет ни по здоровью, ни по личным убеждениям. Мужчина уверен, что только вакцина спасет его от тяжелых последствий, если вдруг он заболеет коронавирусом. Я не боюсь заболеть, потому что, ну, заболеть может абсолютно любой человек, и прививка не спасает от того, что ты заболеешь, не заболеешь. Но, конечно, тяжелая форма болезни, она у нас будет спасать в любом случае. И легче будет в любом случае переноситься, потому что любая прививка так или иначе помогает. Конечно, она может не защитить абсолютно, но бегать и искать там какие-то дорогостоящие препараты, лежать на аппарате ИВЛ мне уже не придется. Шамиль Узденов пока лишь четвертый пациент, сделавший прививку в открытом при МФЦ пункте вакцинации. Но медики уверены, что с каждым днем желающих будет больше. Особенно среди жителей южной части Черкесска, для удобств которых и был открыт дополнительный прививочный кабинет, ничем не отличающийся от других стационарных пунктов. Пункты вакцинации у нас работают. Фельдшер, у нас работает доктор, также у нас работает медицинская сестра. На сегодняшний день 3 человека закреплены за пунктом вакцинации. Условия хранения все соблюдены, то есть это холодильник, переносной холодильник, это стерильная зона. То есть все необходимые условия для проведения вакцинации, это условия соблюдения санитарно-эпидемических норм. Все это соблюдено. Напомним, что раньше в Черкесске работало 2 стационарных пункта вакцинации. Один на базе медико-санитарной части, второй, где организовано целое отделение, в городской поликлинике. Теперь для большего охвата населения появился и третий. Открыли пункт вакцинации на базе МФЦ, соответственно, было выделено помещение. Мы посмотрим, какой поток у нас будет людей по данному пункту вакцинации. Если поток будет увеличиваться, у нас еще есть возможность для расширения, скажем так, помещений, территории. И мы уже тогда можем вплоть до открытия целого отделения вакцинации проводить здесь данную процедуру. Новый пункт вакцинации будет работать в будние дни с 9 до 18. Привиться можно любой из 3 отечественных вакцин – «Спутник Ви» и «Лайт», плюс «Эпивак Корона». Они тут всегда есть в наличии. Дарья Назарова, Роман Нагаев, Архыз 24.